Красавица, не надо. Саблуку купим. Сперва пойдем направо, раз, два, три. Медленно идем, а теперь налево. Теперь пойдем налево, раз, два, три. Быстро к елке. А теперь к елке. Раз, два, три. А теперь от елки. День, дорогие горожане! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике! Сегодня у нас есть несколько поводов для того, чтобы собраться здесь, в экопарке Белкин дом. Ну, во-первых, нам нужно обрадовать нашу красавицу елку и зажечь на ней праздничные гирлянды. Внимание! Марш! Решили к вам из сказки осмотреть, к вам послушным и прекрасным. Падают на ноги белые пушинки, все их называют... Ёлочка, гори! Ой, что-то мы, наверное, тихо кричим. Раз, два, три, ёлочка, гори! Это, наверное, и взрослые не хотят помогать. Девочка, гори! Ура! Вот наша замечательная девочка! Пошли Деда Мороза тоже тут. Давайте начнем церемонию награждения с аплодисментов. Погреем руки, согреем ладони и порадуемся сегодняшним результатом. С вами прошла новогодняя костюмированная лыжная гонка. Наша церемония награждения наших с ее маленьких участников, представительниц прекрасного пола. Среди девочек 15 года рождения и зайца Григорьева Алиса. Ее результат 16 минут 10 секунд. За второе место награждается Трояк Кира. Ее результат 11.40. Молодец! Аплодисменты не стихают, девочки очень старались. И за первое место мы приглашаем к награждению Ушиповскую Алену. Ее результат 10 минут. Секунды.